Срочно повтори со мной и отключи геолокацию в экстренных ситуациях, также их другие оповещения, которые могут сугубо влиять на вашу систему Android, знать все о вас и иметь точную геолокацию вообще вашего телефона. Как устранить это в пару кликов, сейчас расскажу, ты пока поделись этим видео со своим другом и поставь ему лайк. Для этого зайди в настройки, вниз спустись, нажми местоположение и найдешь такой пункт, который называется геолокация. Здесь геолокация в экстренных ситуациях выключаем, можете ознакомиться, что написано. Дальше оповещение о землетрясениях выключаем. Передача данных Google отключаем. Воздушные тревоги, кто хочет отключить, то отключите. Точность геолокации выключаем, это вообще опаснейший пункт. И это больше для того, чтобы не сел телефон, поиск сетей Wi-Fi и поиск Bluetooth устройств тоже выключаем. После перезагружаем свой телефон и наслаждаемся, что вас никто не сможет отследить. Пользуйся.